Начните с России. Оскорбление. Императрица Екатерина не приняла подарки султана. Я бы и сам их не принял. Что с походом русских войск на Польшу? Граф Орлов серьезно заболел и отозван в Петербург. Я не удивлен. Герой Цорндорфа изнежился в постели императрицы. Однако я дальновиднее императрицы Екатерины. Я запретил туркам под любым предлогом пересекать границы Пруссии. Нечего разносить заразу по Европе. Я ожидал неудачи, но это катастрофа. Суворов разбил корпус гетмана Альбрехтского и французского полковника де Форта. У русских всего 40 убитых, у поляков 3000 убитых и 2000 пленных. И этот человек у них ходит в бригадирах. Я бы давно его фельдмаршалом сделал. Мудрый, своевременный запрет, Ваше Королевское Величество. Это вопрос, который требует ответа для всех. Я не понимаю, просветите меня. Может быть, вы знаете что-то, что я не знаю? Почему русские решили, что у них есть флот? Екатерина не приняла подарки турков, потому что она недовольна разбоями на южных границах. Давайте не будем путать причину и следствие. К зиме все закончится. Турки подойдут к Москве. Не будем им мешать.